Привет, друзья! Advanced легко. Поверить можно? Ну, сложно, да, но мы постараемся. Мы очень быстренько с вами выучим еще одну очередную introducing phrase, которая поможет вам начать диалог, рассказать какую-то важную информацию, ввести в ваш монолог, да, сделать такое вступление красивое. Мы можем сказать, например, I think that или some people think that, но это не тот уровень, который нам нужен. Нам нужно вывести вашу речь на более высокий. И наша фраза сегодня это many people contend that. Contend значит спорить, оспаривать свое мнение, доказывать или утверждать. Многие люди доказывают или утверждают, что many people contend that. Продолжите эту фразу своим вариантом и используйте ее в вашей речи, особенно во время экзаменов.